эксперимент по сое. Меня до сих пор мучает вопрос. В 2016 году я обработал листовыми удобрениями, где у меня были листовые удобрения и микроэлементы. И это поле дало больше всех урожая, и урожай в целом, если говорить о средней урожайности, отличался на 6-7 центнеров. И с тех пор я вот пытаюсь как бы найти именно ту фазу, когда можно внести это удобрение. В целом вот как бы закладываю по сое эти листовые удобрения. Здесь я уже работал аминофол, молибден, плантофит. Но в целом, как бы вот даже сейчас визуально я вижу разницу. Во всяком случае, этот посев более выровнен. А рядом я отработал просто, как бы, взял Maxifold Dynamics. Такой достаточно высокой нормой, где-то 2 литра на гектар. И в то же время, как бы, тоже я вижу визуальный эффект от контроля. Посмотрим, как это все будет уже в момент уборки. Сейчас я хочу именно отработать аминофол молибден и плюс плантофит, и еще, да, именно чтобы добавить к этой схеме и опять же сделать такой же контрольный проезд в более позднюю фазу, посмотреть, как это будет все, какая будет реакция, какая будет разница именно в более позднюю фазу, потому что момент налива, он может быть даже самый важный.